Почтеннейшие леди и джентльмены, здравствуйте. По сути, стихотворение, которое вы сейчас услышите, является эквивалентом стихотворения из ролика 146. Но повествование в нем идет несколько под другим углом. Кушнер Александр Семенович. Два мальчика, два тихих обормотика, ни свитера, ни плащика, ни зонтика, под дождичком на досточке качаются, а песенки у них уже кончаются. Что завтра, понедельник или пятница? Им кажется, что долго детство тянется. Поднимется один, другой опустится. К плечу прибилась бабочка-капустница. Качаются весь день, с утра и до ночи. Ни горя, ни любви, ни мелкой сволочи. Все в будущем, за морем одуванчиков. Мне кажется, что я один из мальчиков. Всем спасибо.